Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Garmin Instinct 2X Solar. Сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Итак, на часах мы для начала выбираем язык. У нас здесь есть кнопочки Down, Up. С помощью них мы можем листать, переключаться, проходить вниз. В общем, ищем нужный нам язык. Находим и нажимаем вот сюда. Теперь нажимаем на галочку. И у нас здесь есть QR-код, с помощью которого мы можем его отсканировать и скачать приложение Garmin Connect. У меня оно уже скачано, поэтому я просто зайду в него и нажму. Естественно, в этом приложении нужно зарегистрироваться, и я нажимаю на плюсик. Далее у нас находятся наши часы, нажимаем «Подключить устройство», и я нажимаю «Разрешить». Далее сверяем код, показанный на экране часов и экране нашего смартфона, нажимаем «Добавить». Теперь нажимаем «Далее». Здесь мы можем настроить режим сна, нажимаем «Далее», можем настроить цели. Нажимаем «Далее» и нажимаем «Синхронизировать». Нажимаем «Готово». Здесь мы можем посмотреть, как пользоваться нашими часами. Тут небольшая инструкция будет, можем с ней ознакомиться. Нажимаем «Готово». И таким образом мы подключили наши часы к Android-устройству. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.